Здравствуйте всем, меня зовут Виктор Комиссаров. Я сегодня являюсь гостем в этой замечательной студии «Эммануил», и сегодня давал интервью и делился какими-то своими жизненными переживаниями или то, что Бог делает в моей жизни, потому что наш Бог, Он чудный Бог, наш Бог, Он великий Бог. И мое пожелание вам, друзья, мечтайте. У каждого из нас есть хотя бы небольшая, но мечта. И мечта, она имеет свойство изменяться. Мечта, она имеет свойство, к сожалению, опускать руки. Мечта, она имеет возможность феерично светить или взорваться, как фейерверк. Но если эта мечта, она где-то согласована с волей Божьей, или даже мы не знаем воли Божьей на это пожелание нашего сердца или наших мыслей, наших рассуждений, я вам скажу, не переставайте мечтать. Потому что рано или поздно Бог, если это нужно, в свое время Бог выполнит это, Бог поможет вам, Бог подскажет вам. И иногда мы хотим очень быстро и спонтанно, потому что мы люди, нам хочется все и сразу. Но у Бога есть времена и сроки. И может быть, ты сегодня мечтаешь о спасении своих близких и родных. Возможно, ты мечтаешь о стипендии в университете. Возможно, ты мечтаешь о том, чтобы где-то попутешествовать. Возможно, мечтаешь о своей личной мечте. Просто не переставай мечтать. Бог, Он видит твое сердце. Бог, Он знает, когда лучше всего ты будешь к этому готов. И Бог никогда не опаздывает и никогда не спешит. Возможно, вчера было бы слишком рано, а завтра будет слишком поздно. Но именно сегодня Бог смотрит в твое сердце, и Бог смотрит, о чем ты мечтаешь, о чем ты рассуждаешь. Консультируешься ли ты с Ним по этому поводу? Бог очень-очень сильно любит каждого, каждого тебя. Поэтому мечтайте. Потому что мечты, они могут осуществляться как в считанные секунды, так и через несколько лет после того, как эта мечта зародилась в нашем сердце. Но рано или поздно Бог, Он делает чудеса в наших жизнях. Спасибо вам большое за внимание. Благословение вам. Бог очень сильно любит вас. Аминь. Додаток світлого радіо «Еммануїл» тепер є на App Store і Google Play. Завантажуйте додаток для смартфонів і планшетів, і світле радіо буде завжди поруч.